Площадка, на которой работали студенты Державинского, создает цифровые продукты, интерфейсы для сложных систем, веб-сервисов и мобильных приложений. В ходе полугодового интенсива 6 студентов направления рекламы и связи с общественностью, дизайн, прикладная информатика и социология создали сайт парка «Дружба». В Тамбове есть куча прикольных мест, которые классные внутри. То есть, например, взять тот же самый Асеевский или парк «Дружбы». Вот. Но ты не получишь какой-то плюс-минус исчерпывающей информации и уж тем более какого-то эстетического наслаждения, да, когда ты пытаешься их найти или какую-то информацию о них получить. Дизайн-интенсив стал частью нового проекта «Держава IT». Он направлен на сотрудничество вуза и IT-компаний региона. Такой формат взаимодействия позволит готовить компетентных специалистов, востребованных на местном рынке.